О, всем привет! А я тут в Minecraft Pocket Edition играю. Захотел вспомнить, как это было лет 7 назад. А не хотите ли вы узнать, как эта версия развивалась и стала вровень с компьютерным Майнкрафтом? Что ж, вам это интересно? Тогда присаживайтесь. Эй, а кто выключил свет? Ты кто? Это не важно. Я пришел вставить рекламу в твое видео. Что? Ты не можешь просто так взять и вставить. Рекомендую вам подписаться на канал. Ссылка. А еще напишите, с какой версии вы познакомились с Майнкрафтом ПЕ. Лично я конкретно подсел с версии 0.10.4. Итак, Minecraft Pocket Edition переводится как карманное издание. Впервые версия была продемонстрирована во время игровой выставки E3 на стенде Sony. Игра вышла 16 августа 2011 года. Я, кстати, надеялся, что такие телефоны будут развиваться и будут у всех, и можно будет и играть одновременно реально. На телефоны Xperia, а на Android 7 октября того же года. В ней было совсем немного блоков и возможностей. Маленькая карта, лишь творческий режим игры, странная генерация. О, кстати, я реально забыл. Я в этот режим играл. Реально было 3 слота. Отсутствие полета, мобов и даже пещеры. Но тем не менее, она давала некий простор фантазии и порой даже удивляла красивыми ландшафтами. А старые текстуры блоков и их звуки, ух, какие же они были сочными. Наслаждаться этой версией пришлось немного, ведь в скором времени игру обновили. Кстати, забавный факт. В день выпуска Minecraft Pocket Edition разработчики выставили на интернет-аукционе специальную версию телефона Xperia, внешность и интерфейс которого были стилизованы под игру. Выпущен он в единственном экземпляре и в конечном итоге продан за $1525. 0.2.0 вышла 11 февраля 2012 года. Блин, такой легендарный телефон добавили... это даже дешевая цена, лол. Режим выживания, а также мобов, овечку и зомби. Просто гляньте на эти покрытые шерстью лапы. Как же нелепо эта овца выглядит. А зомби появлялись только ночью, но в огромном количестве. Благо передвигались они крайне медленно. Кстати, зацените этот резкий переход от одного времени суток к другому. Да, эта рваная анимация целиком и полностью перекочевала из старых версий компьютерного Майнкрафта. Что касается блоков и инструментов, некоторые из них у нас доступны в бесконечном количестве, а остальные добыть выживание, увы, невозможно. А, кстати. Как же это было круто. Также в этой версии добавили полет в креативе. Версия 0.3.0 привнесла в игру крафт, интерфейс которого продержался аж до обновления 0.9.0. И да, отныне режим выживания стал полноценным. Теперь в инвентаре вы не найдете бесконечного количества кубов и инструментов. Плюс разработчики добавили руды, новое строительство. Охренеть, спасибо, блять. Тогда был добавлен крипер. Кстати, раньше он не разрушал блоки своим взрывом. Да, дебил тупой. И урона игроку он почти не наносил. Плюс, наконец-то, появилась возможность пропускать ночь благодаря кровати, а также складывать... Да, в эти версии, пацаны, вот я... короче, у меня был дерьмо телефон. Первый Android, который у меня появился, это планшет. Тогда планшеты было модно, знаешь, ты такой достаешь на уроки, достаешь игры. Ну, естественно, там у меня была, между прочим, Nvidia Tegra 3. Это тогда был самый крутой графический процессор. Я играл во все. В то время в Майнкрафте, блядь, невозможно было играть. Вот в этот Майнкрафт, это, блядь, это пиздец. А еще? Меня бесило, вот в особенности, я не мог играть из-за вот этого... Ну, я заходил, у меня глаза вытекали из-за... Видите переходы света? Видите, каждый блок, он как будто разного цвета. Пропускать ночь из-за этого ненавидел кровати, эту версию. А также складывать ресурсы. А еще в какой-то момент, типа, у ночи спросили: слушайте, ночь, а когда, ну, Minecraft Bedrock, ну, не Minecraft PE, добавит, догонит, точнее, Java. Он такой сказал: ну там лет через 7, блядь. Я такой: ясно, удалить. А еще в этой версии добавили мотыгу и пшеницу, семена которой выпадали с небольшим шансом во время спахивания блока травы. 0.5.0. Да, с этим обновлением в игру добавили арбузы, картины, светокамень и реактор нижнего мира. Сейчас объясню, что это такое, но для начала расскажу. И Pocket Editor. Так вот, с помощью второго я... Это у меня такое было, я себе подкручивал ресурсики. Хотел все нужные блоки и наконец-то... Да, там себе в сохранение надо было зайти, короче, поставить себе сохранение и реально... Вот активировать этот реактор. Да. И знаете, что произошло дальше?
Я сломал игру. Когда начала возводиться крепость, я сломал один из блоков. Почему-то мне казалось, что раньше существовал баг, и можно было спокойно забрать себе этот красный обсидиан. Ну или нагретый, тут неважно. Короче говоря, я застрял в этой обсидиановой коробке. Просто, блин, офигенно. Но я на этом не остановился. Мне удалось выбраться, и я создал еще один реактор. После... Значит, такой бред, адский реактор, такой бред. Пошло по плану. И честно... Еще эти свиньи уродские, бля... Они второй слой не додумались добавить, вот сколько вот... Это такая долгая версия, но я вот каждый день вот пытался в школе зайти. Это был ужас, блядь, ты смотришь, что это за уродище? Еще этот адский реактор, его как только добавили, я был школьником, я, по сути, должен был фанатеть от этого. Думал, должен думал быть охренеть. А тебе, знаешь что, выпадает эта херня, и там такие блоки, пиу-пиу, и ты их собираешь, и дальше делай еще один адский реактор, если тебе недостаточно. И ты должен вот эти вот обсидиановые коробки везде, блядь, делать. Такой бред. Мне кажется, что ресурсы тут не очень уж и классные. Говно, но... такой шлак. Никакими другими способами большинство из них заполучить было нельзя. Версия 0.6.0 принесла в игру новое небо и облака. Также добавлены новые блоки. Камнерез, броня, детеныши животных и физика у блоков гравия и песка. Охренеть. Плюс появилась возможность выбрасывать предметы из хатбара. А также во время активации реактора вместо обсидиана начнет появляться незерак. 0.7.0. Добавлен реалмс, ведра и яйца призыва мобов. Кстати, ведра тут очень странные. Я по приколу решил создать эдакий механизм по добыче бесконечного количества булыжника, и он у меня получился далеко не с первой попытки. Да, дело в том, что вода успевала соприкоснуться с источником лавы. Это было странно. А еще Что вода должна чуть-чуть по-другому течь, дурак. После чат, но, увы, команд никаких не добавили. В 0.8.0 немного изменили графику, добавили возможность размножать некоторых мобов, а также кучу строительных блоков, еды и предметов. Игра знатно поменялась, а все за счет нового мягкого освещения и деталей. Да, да, вот с тех пор еще можно было играть уже начинать, реально. Теней и небольшого... Всего-то миллиард лет прошло, да? Сколько прошло лет до мягкого освещения? Он тут... Добавили... 2013, а эта херня вышла в 2000 каком? 11 или каком? Да. Возможность размножать некоторых мобов, а также кучу строительных блоков, еды и предметов. Игра знатно поменялась, а все за счет нового мягкого освещения и деталей по типу 3D облаков, теней и небольшого покачивания предметов в руке. И именно эту и следующую версию можно считать глобальными. 0.9.0. Почему-то мне кажется, что многие игроки Майнкрафта познакомились с игрой именно на этой, не побоюсь этого слова, революционной версии. Почему? В ней полностью избавились от ярко-зеленой атмосферы, изменили кнопки управления, добавили бесконечный плоский мир, все 15 биомов из компьютерной версии 1.7.2, эндерменов, волков, слизней, чешунец, грибных коров, жителей, которые тогда еще не умели торговать и даже открывать двери, пещеры, реки, заброшенные шахты, поваленные деревья, сокровищницы со спаунерами, огромные грибы, колодец, высокую траву, кучу разных блоков и всякие другие детали по типу лиан, цветов, новых видов деревьев, обновленного тумана, партиков и текстур. Фух, да, это и вправду глобальное нововведение. Ну да, но помним, как же сильно эта версия лагала. Я сейчас про FPS и про обновление чанков. Также большую роль в лагах играло огромное количество травы, которую в будущем урежут. И на самом деле лучше бы ее оставили. Кстати, у меня выходил ролик, где я сравнивал Bedrock-версию с Java. Если интересно, то можете нажать на подсказку в правом верхнем углу. В общем, эта версия действительно крутая. Конечно, сейчас все эти изменения кажутся не такими уж и глобальными, но тогда все игроки были просто в восторге. А вот версия 0.10.0 не так сильно обрадовала. В сравнении с предыдущим апгрейдом в игру завезли мало вещей. Немного изменили солнце, воду, облака теперь меняют цвет в зависимости от времени суток, а также добавили пару новых блоков и шахты в мизе. Что касается 0.11.0, она у меня почему-то не запускалась. Поэтому фрагменты будут из 0.12. Вы особо не обращайте на эти измененные кнопки управления, тогда они еще такими не были. В общем, в игру завезли официальную поддержку многих языков, скины, а также новые лодки, удочку. Блять, плюс... вот в какой момент они поняли, что где бабки зарыты, на скинах можно, блять, зарабатывать. Новые мобы. Ах, скруты, вы суки, дети вот, зомби, летучие мыши, пещерные пауки, зомби и скелеты на... А,
ресурс пак. 0.12.0. Снова революционная версия. Я даже не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, добавлена возможность, лучше сядьте, вы сейчас упадете, зайти в Minecraft Pocket Edition с компьютера. Да-да, именно 29 июля 2015 года была добавлена Windows 10 Edition. Также вы могли играть с помощью клавиатуры и джойстика на своем телефоне. И наконец-то появился бег, приседания, голод, опыт, стол зачарований, зелье, зелеварка, дождь, снегопад, критический удар, а также ад. Да, это полноценные измерения со всеми мобами. Свинозомби, гаст, магмакуб и ифрит. Разве что не хватает скелета и сушителя. Также стало больше уровней сложности. Добавлена наковальня, цветочные горшки, новая еда, железный голем, зомби-жители, оцелоты, снеговики, зачарованные книжки и музыка. Это жестко. В версии 0.13.0 добавили различные редстоун блоки и предметы, но, к сожалению, без поршней. Тем не менее, вы уже могли воссоздать какой-нибудь прочный механизм. Плюс добавили кролика и храм пустыни. А я также, очень расстроился. К сожалению... Я тогда ждал, я всегда мечтал, что, ну, я постоянно думал, какие бы механизмы, про что бы ролик снять про механизмы. И я постоянно ждал, думал, блин, давайте поршни, я хочу в школе сидеть, придумывать механизмы, а потом дома приходить про него снимать ролик. Выходит Redstone обновление, там типа список изменений, добавили Redstone, двоеточие, я такой читаю. Ебать Redstone, ебать лампы, ебать. И такой ля-ля-ля. Думаешь, блять, все, есть, а поршней нет, меня что, наебали сейчас? Убрали функционал камнерезки. Теперь все лестницы и полублоки можно создать только через верстак. 0.14.0 принесла в игру обновленный инвентарь, ведьму и ее хижину, а еще появилась возможность открывать печки, сундуки и другие блоки в креативе. Также мы теперь могли красить кожаную броню. Вот это революционная херня, почему такого до сих пор нет, я не понимаю. 0 довольно скучная версия. Из интересного у нас появились лишь поршни, поводки и мобы. Зимогор, пустынный зомби и лошадки. Также добавлен храм в джунглях, деревни в саванне, тайге, плюс заброшенное поселение с зомби-жителями. А вот 0.16.0 была интереснее. В ней добавили поддержку VR и, наконец-то, команды. Теперь вы с легкостью могли телепортироваться в любую точку мира, поменять режим игры и тому подобное. Также был добавлен подводный данж со стражами и сушитель. Если честно, я не понимаю, как игроки на телефонах с ним справляются. Он вызывает дикие лаги, наносит огромный урон, так еще и попасть по нему мечом нереально трудно. Еще нам добавили звезду ада, губки и маяк. 0.17.0 или же 1.0.0 финал. Эта версия карманного Майнкрафта вышла в конце 2016 года и почти не отличается от Java. В ней добавили Эндермир, Дракона, вторую вариацию Энда с Хорусами, Элитры и Шалкеры. В скором времени, примерно через 7... Ну, уже дальше неинтересно, потому что дальше уже, как бы, уже наше время начинается. Всем привет! Если у вас тоже есть дырка на носке или когда-нибудь была, подписывайтесь! Срочно, ребята, нужно срочно узнать, сколько нас.